Губернатор Приморья Олег Кожемяка проверил ремонт трассы Раздольная Хасан. За прошлый год на этом участке дороги отремонтировано более 20 километров дорожного покрытия и 3 мостовых сооружения. В этом году ведется ремонт свыше 30 километров и 3 мостов. В ходе осмотра Олег Кожемяка обратил внимание на неудовлетворительное состояние участка дороги от 20 до 40 километра в районе села Барабаш Хасанского округа. Теперь ход работ будет проверять комиссия. Ну, когда заезжаешь в село, выход видели там? Нет? Поселок. Что там творится в самом поселке? Это как раз вот так называемый ямочный ремонт. И в районе от 20 до 40 километров, ну, это Надеждинский филиал. Вот. Но там же яма на яме. Вы-то куда смотрите? Ну, там что значит? Там машины стоят, какие-то ветки, какие-то ямы. Вот, видишь, что такое? Ну, я проверку направлю сюда, с тем, чтобы они посмотрели по погодным условиям. И как работал... Журналы предоставим. Как работал непосредственно завод Бамбурова. Вот. И проверим Примавтодор, например, проверим Надеждинский филиал, как он работал, почему такие ямы. И почему там вообще даже и близко не видать никакой работы. Напомним, ежегодно в регионе ведется ремонт и реконструкция по нескольким программам. На спроекту «Безопасные качественные дороги» краевой профильной программе с помощью муниципальных средств. За последние 5 лет в крае построено и реконструировано порядка 40 километров новых трасс. Восстановлено более 720 километров региональных дорог. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на 8.